Почему так и должно быть? Ну, допустим, люди занимаются йогой, и йога ориентируется, или эзотерика очень часто ориентируется на индуистскую культуру. Чем отличается индуистская культура? Йоги в индуистской культуре не нуждаются в пище. А также им не нужен секс. Единственное желание, которое они ставят на протяжении своей жизни, это достичь состояния, при котором они больше не будут перерождаться на планете Земля. Они это называют выходом в состояние нирваны. То есть они идут к Пуруше, минуя нирвану, и все. И получается, они сливаются с Богом. Это их основная задача. Какие помехи у этих людей? Помеха – деньги, помеха – семья, помеха – долгая жизнь, даже помеха. Они не ставят это, и не является это для них ключевой моделью и ключевой задачей. А мы при этом занимаемся йогой и считаем, что йога может принести нам материальное благополучие. Как? Если материальное благополучие для йога является тем, что мешает ему жить счастливо. Слышите, да? А что такое йога? Когда человек поднимает руки или соединяется, то каждый вид йоги — это определенная буква на санскрите, которая, если человек сидит в какой-то позе, то если отойти далеко, то можно увидеть в нем какую-то букву. И очень часто эти буквы, которые друг за другом используются, это является определенным словом. И это является вот тайнами этой йоги.